Вот у нас Никита. Никита очень добрый, ласковый котик. Мы про него шутим, что он жидкость, потому что его можно взять на руки, придать ему абсолютно любую позу, абсолютно любую. И он в этой позе будет спокойно сидеть и получить удовольствие от процесса. Собственно, мы его снимали в качестве шапки с Кати Лель, потому что он у нас самый спокойный в этом отношении. Вот, он немножко хулиган, то есть он любит там пошуметь, погонять шарики по полу, вот это вот, то есть активный довольно котик. Но в целом он очень спокойный, любопытный, добрый малыш. Еще он красавец. Никита красавец. К другим, да спокойно. В принципе, спокойно. Он добрый, он не умеет драться. Была проблема, когда у нас котик задира тут жил. И вот тот его постоянно гонял, потому что Никита не умеет постоять за себя. То есть он такой абсолютно плюшевый. А так, ну, он прям очень добрый кот. Никитос, иди ко мне. Иди сюда. Очень любит, когда его гладят, но редко сам приходит. У него есть очень милая привычка лежать на попе, как человек в кресле. То есть он в угол садится, но сейчас он вряд ли сядет так. Его ловить прям надо. То есть он садится на попу, лапы впереди, пузо кверху, это к стене спиной прижимается и так сидит. И это всегда так смешно выглядит. А еще он у нас самый главный громкоговоритель квартиры. Если он решил, что сейчас будут кормить, он расскажет всем, даже если это неправда. И все прибегают на его радостный мяв и тоже хотят кушать. Да, он зазывал его на куштай. Да. Шмяк. А да, еще он всегда, когда прыгает откуда-то или сваливается с рук, он всегда как этот, как мешок с кирпичами. Пол шмяк. Хотя такой грациозный на вид.